История эта началась на проходной завода. Четверо молодых людей после ПТУ пришли устраиваться на работу. Завод встретил их покосившимся цехом и серьезного вида мастер. Я мастер Владимир! Петр! Владимир! Гриня, привет! Владимир! Иннокентий, можно Кеша? Владимир! А я робот! Почему робот? Кличка такая. Разберемся? Здесь у нас зарплаты нет, но довольно плотный обед. Получите новые спецовки, там в каморке за фасовкой. Туалеты на втором этаже, на первом засрали уже. Наш завод — это семья, папа и мама, теперь для вас я. Инициативы проявлять не нужно, делайте вид, что трудитесь дружно. Можете спать и бить поглуше, для завода это будет лучше. Можете даже хуи попинать, главное ничего не сломать. Наш завод — это семья, папа и мама, теперь для вас я. Если случайно начислили зарплату, станете сразу вы очень богаты. Сможете даже купить по пивку. Сейчас покажу вам дорогу к ларьку. Наш завод — это семья, папа и мама, теперь для вас я. Хороший дядька, на Жиглова похож. Ага. Нормально. Пойдем пивка дернем. Давай. Нормально. Я не хочу.